Всем привет! И это Диаш. И мы снимаем обзор на открытый мир. Нажимаем на кнопку play. Сейчас мы отправимся в последнее задание. Нам нужно забрать корпус для робота, чтобы завершить его строительство. Сегодня достаточно спокойный день, и наша разведка мне донесла, что скептистов там практически нет. Аккуратно нейтрализуй пару-тройку обычных туалетов и заберем деталь. Стреляй по унитазу. Он сейчас сломает нашу машину. Быстрее, стреляй. Все, есть. Опа, детальку собираем. Джимен! О нет, это улучшенный Джимен! Быстрее, стреляй по нему! Я постараюсь. Офигеть, игра крутая. Игра крутая. Так, Джимен. Джимен слева, стреляй по нему! Джимена мы спаслись. Главное, чтобы он нас не убил. Вроде улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он сзади, не дай ему по нам попасть. Джимен, иди. Он сейчас отсюда появится. Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Хм, мне в очки выпали. Держись, я знаю короткий путь до базы. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Что? Ну, вот так у нас получилось. Сейчас. Сейчас мы отправимся в последнее задание. Нам нужно забрать корпус для робота, чтобы завершить его строительство. Сегодня достаточно спокойный день, и наша разведка мне донесла, что скептистов там практически нет. Аккуратно нейтрализуй пару-тройку обычных туалетов и заберем деталь. Стреляй по унитазу. Скептисты нас увидели. Стреляй по унитазу. Оп, сейчас заберем детальку. Собираем. Так. О нет, это улучшенный Джимен. Быстрее, стреляй по нему. Я постараюсь нас отсюда увести. Теперь спасибо, что говоришь. Что делать? Джимен слева, стреляй по нему. Он сейчас тут появится. Вроде он улетел. Нужно срочно ехать обратно на базу. Нет, он сзади, не дай ему по нам попасть. Что теперь он отсюда? Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Так как, ё-моё, это пройти? Сейчас мы отправимся в последнее задание. Нам нужно забрать корпус для робота, чтобы завершить его строительство. Сегодня достаточно спокойный день, и наша разведка мне донесла, что скептистов там практически нет. Аккуратно не пролезут пару крутых. А, гасим. Нет, скептисты нас заметили. Гасим. Уйди, а. Впереди, стреляй. Сейчас тут Джимен должен прийти. Детальку соберу, и все. Джимен. О нет, это улучшенный Джимен. Быстрее, стреляй по нему. Я постараюсь нас отсюда увести. Как это пройти, ё-моё, я не понимаю. Вот сколько уже играю. Джимен слева, стреляй по нему. Сейчас тут должен Джимен появиться. У кого сейчас не открытый мир? Ехать обратно на базу. Нет, он сзади, не дай ему по нам попасть. Он теперь справа, быстрее, стреляй по его очкам. Опа, очки выпали. Сейчас. Ай. Держись, я знаю короткий путь до базы. Стреляй по его голове, чтобы он не мог поразить нас лазером. Всем пока.